Шэраг святочных мероприемств протягнул великий концерт на центральном стадионе. Повиншовать Гомель с днем народжения приехали народные артисты София Ротару и Анатоль Ярмоленко. За развитием святочных подей сачил Александр Лупиненко. На трибунах нема свободных местов, а со сцены жыхароў и гостей віншуюць зорки першей величини. У гэты святочный день помешовать Гомель с днем народжения приехала София Ротару. У якости подарунка зорка нескольких поколений привезла великий концерт, складены з лепших песень. Гэта не першы прыезд Софіі Ротару ў Гомель, а таму, як прызнаецца сама артыстка, заўсёды едзе да нас самымі цёплымі пачуццямі. Здравствуйте, друзья мои! Прошло 5 лет с последней нашей встречи. 5 лет прошли как одно мгновение. И я сегодня счастлива снова быть у вас в гостях на вашей прекрасной гостеприимной земле. Рада видеть вас и счастливо поздравить вас с замечательным праздником, с днем вашего замечательного города. Творчую кампанию Софіі Ротару склав народный артист Беларуси Анатоль Ярмоленко. Менавіта у Гомеле калісьці распачалася его творчая биография. Я сегодня прошелся по парку, по тем местам, где я когда-то начинал, посмотрел, как радуется город, как вообще... Знаете, мне очень нравилось то, что гомельчане любят свой город. Это очень важно. И у меня чувство, вот это чувство любви к тому времени, к этому городу, к тому, что мы здесь пережили, к тому, что мы здесь достигли, а мы здесь стали популярными. Здесь у нас были, как у меня в песне поется, «Калисия», я первую песню тут пропел, которая стала известной. Особое чувство, действительно. Гэты концерт можно лечить гістарычным. Сёлета и София Михайловна, и Анатолий Иванович означают 70-годовые юбилеи. И вот, нарэшце, одним концертом віншуют город над Сожем. Я желаю вашему прекрасному городу процветания, а вам счастья, благополучия и мира всем. На протягу концерта артисты дарили гамельчанам лепшие песни и добрый настрой. У отказ зорки отрымали шмат кветок и незмолкающие аплодисменты. Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».